вітаю вас, друзі. Ми працюємо у прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – світле і радісне свято. День Святого Миколая Чудотворця, яке ми будемо відзначати завтра, 19 грудня. А сьогодні, напередодні цього радісного дня, у нас в гостях ієрей Максим Міркулов, настоятель Церкви Святого Миколая Чудотворца у Варварівці. Отец Максим, здравствуйте. С наступающим вас праздником Святого Николая Чудотворца. Вы являетесь настоятелем Церкви Святого Николая Чудотворца в Варваровке. И кому, как не вам, говорить сегодня, накануне такого замечательного праздника у Николая Чудотворца. Отец Максим, мы знаем, что Святого Николая Чудотворца отмечают дважды в году, 22 мая и 19 декабря. Но 19 декабря как-то это празднование проходит более радостно и как-то более торжественно. Как вы думаете, почему? Здравствуйте, Анетта, здравствуйте, дорогие телезрители. Хочу поздравить вас с наступающим праздником святителя Николая, покровителя нашего славного города. Да, действительно, в церковной жизни память святителя Николая празднуется дважды. 22 мая, это в народе еще называется летний Николаев, и 19 декабря. 22 мая мы празднуем день его перенесения мощей святых из Мирликийских в Бари, а 19 мы празднуем его день переселения, как бы можно сказать, в другой мир, то есть день его смерти. Тут можно сказать о том, что церковь в почитании своих святых устанавливает день именно в тот момент, когда они покидают этот земной мир. По-закромно это называется преставление. Почему так? Потому что каждый христианин, он стремится, в первую очередь, конечно же, к жизни вечной, который был и призван от Бога. И когда человек покидает этот мир, а человек, если покидает святой жизни, человек, который трудился для этого, то, конечно же, для него это самый важный день. И для церкви это самый важный день, потому что жизнь человека продолжается, не перестает существовать, а продолжается. Почему этот святой всеми любимый? Наверное, да потому, что его называют чудотворец. И он в своей жизни прославился чудотворениями, он после своей жизни прославляется до сегодняшнего дня чудотворениями, то есть совершает разные чудеса. И, конечно же, каждый ребенок, каждый взрослый человек, каждый христианин знает его, некоторые молятся ему, некоторые ждут просто от него подарков. Но самое главное, хочется сказать то, что это не какой-то выдуманный персонаж, как иногда дети путают его с Санта-Клаусом или с Дедом Морозом. Это реальный человек, который имеет свою жизнь, который имел год своего рождения, которого ощущает, наверное, каждый человек, который к нему искренне обращается. Не ради подарков, а вот ради того, чтобы получить какую-то помощь через него от Господа. Да, отец Максим, вы коснулись очень важной темы. Дело в том, что в последнее время образ Николая Чудотворца, этого великого святого, как-то путают с Дедом Морозом и Санта-Клаусом. Мы знаем, что, друзья мои, Дед Мороз – это сказочный персонаж. Он живет в сказочном лесу. Санта-Клаус – это вообще не наш человек. А святой Николай Чудотворец – это реальный человек, который жил, и житие его может многому нас научить. Правда, отец Максим? Да, житие его довольно так, по сравнению с другими святыми, краткое, но довольно так вот поучительно для всех. Родился он от благочестивых родителей Феофана и Ноны, это в середине 3-го столетия. Родился он в такое тяжелое время, когда продолжалось гонение на христиан, когда умирали за Христа и пастыри церкви, вот как бы Бог даровал его взамен тех мученических христиан, которые отдавали свою жизнь за Христа. Вот он даровал утешение людям в рождении этого великого святого. Очень интересно из его жития то, что в первые дни своей жизни
во время крещения, он уже проявил свою веру в Бога, в Святую Троицу, когда... Еще в младенческом возрасте. Да, в младенческом возрасте, буквально несколько дней от рождения его крестили родители, и 3 часа он простоял на своих ножках в купели. И святитель Дмитрий Ростовский, который с писателем «Жития», говорил о том, что это знаменует то, что он будет действительно проповедником Святой Троицы. И будет ревностно ее исповедовать, как мы знаем из дальнейшего жития, как он исповедовал Святую Троицу и на Первом Вселенском Соборе и так далее. Поэтому дальше тоже интересно то, что он был, показал себя постником в том, что родителей, когда родители его кормили, мать когда его кормила, он употреблял только молоко с правой груди и в среду и пятницу не кушал. То есть это как бы свидетельствовало о том, что это будет великий постник. Вот так вот проявлял он себя. Конечно же, родители это все видели. Видели, что, значит, если такое происходит с нашим сыном, значит, что-то, это какое-то знамение от Бога, будет он великим каким-то человеком. И старались все больше и больше всадить его в благочестие в его сердце, посеять эти семена веры. И действительно, плоды взошли и дали нам великого этого чудотворца, который еще при жизни совершал чудеса и... Но чудеса, да. Отец Максим, смотрите, отец святой Николай Чудотворец совершал чудеса, он прославился своим милосердием и своей любовью к людям. Он готов был отдать последнее, чтобы только спасти и поддержать людей. Ну да, значит, может, это тоже с этим связано, что его многие любят, потому что вот он показал нам пример и образ милосердия. Правда? Действительно, да, вот когда его родители... почили, то оставили ему, так как они были очень богаты, оставили ему в наследство да? огромное количество денег, которые он просто взял и начал раздавать нищим. Он говорил, не что вкладывая я в банки, не получая при этом никаких процентов. Да, для многих людей это как-то непонятно, может, кажется сказкой, но это действительно реальность. И вот этим вот он как бы прославил свое милосердие Божие. Через это он исполнил слова Христа, что «будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосердие есть». Он сам себе это говорил, особенно когда стал епископом, говорит, что все, убогий Николай, сегодняшнего дня твоя жизнь уже другая, ты уже должен не себе угождать, не себе служить, а служить Богу и людям. Все твоей жизни, твоей воли уже нету. И вот это вот правило он исполнял всю жизнь. Помним чудесный случай, когда в том городе, где он жил, также жил один отец с 3 дочерьми, и были богатые очень. Когда они обнищали, тоже по воле Божьей, отец так замыслил такое злое сделать, отдать своих дочерей на распутство, чтобы как бы через это собрать деньги и чтобы помочь снова разбогатеть, да? Ну или хотя бы просто выдать их замуж, потому что уже подходило это время. И святитель Николай Чудотворец по воле Божьей это узрел, он знал этого человека, видел и тайком 3 ночи подряд ходил и мешочек золотом бросал туда, им в окошко, чтобы вот как бы спасти. Вот здесь можно видеть великий смысл духовный, то есть он, во-первых, спас человека не только от бедности, а спас его от, самое главное, да, от греха, от вот этой духовной смерти. И этот человек осознал это, он покаялся, он тайком заметил в 3-ю ночь, кто же это мой благодетель, и пал к ногам Николая Чудотворца и сказал, что вот через тебя Господь меня спасает. Поэтому вот как бы это самый такой всеми знаемый чудесный поступок милосердия Николая Чудотворца. Ну и так много-много. Его дом вообще был открыт. Где он жил, он ни днем, ни ночью не закрывались двери. Все к нему шли, и всех он принимал. И то есть это настолько был величайший, милосердный человек, которого мы и любим из-за этого. Отец Максим, как вы думаете, может быть, вот оттуда и пошел этот замечательный и чудесный обычай дарить в канун святого дня святого Николая Чудотворца детям подарки? Может быть, от этого, что вот Николай приносит подарок? Ну да, как бы вот думаете? Мы детям об этом говорим. Вернулась что, к нам эта замечательная Николай традиция. Николай принес тебе подарок и там под подушку положил. Конечно, все это с этим связано. Но опять же, детям нужно говорить, что это не просто как вот как сказочное что-то. Вот. Это реальный человек, который стал святым и который вот может за то, чтобы ты в дальнейшем был послушным ребенком или как-то помогал родителям, вот тебе как бы благодарность в виде подарка.
как бы это тоже нужно акцент об этом детям делать на это, что не просто вот, ну, пришел Николай Чудотворец, подарил тебе и все, и там, либо подарок, либо, как говорится, там, в Западной Украине, там, плетка или как-то, чтоб, если подарка нету, значит, ложит тебе этот, плетку. Плетку, а зачем плетку? А вот такой, как прутик такой, чтоб, ну, вот, заработать, значит, ты себя неправильно вел, вот, получишь. То есть родители выступают воспитателями от имени святого Николая Чудотворца, дерзают выступать от имени святого. По-разному родители это. Но самое главное, что мы должны понимать, что это, как бы, можно так сказать, благодарность за хорошее твое поведение от Николая Чудотворца. Ну, или там родители тебе приобрели в честь или в память вот этого дня Николая Чудотворца. А самый главный подарок будет, конечно же, если мы детей поведем в храм в этот день. Вот очень важно не спать в этот день и ждать подарочки, а потом как бы праздновать этот день в кругу в семье или где-то в друзьях, а идти с утра в этот день в церковь, потому что святитель Николай только там ждет и там дарит главные, основные подарки. Поэтому очень важно, братья и сестры, завтра с утра обязательно посетить храм. Хотим мы это или не хотим, но заставить, сделать себе подарок, сделать подарок своим детям и, конечно же, принести пользу этим. Пойти в субботу на праздничную литургию, прославить этого великого чудотворца. Как бы так вот хотелось бы вот это пожелать вот всем нам в этот день. Праздничный, великий день. Да, я хочу добавить, что, дорогие телезрители, священники просто так не желают и плохого тоже не желают. И поэтому, если священник благословляет сходить в церковь на службу, то отложите дела и сходите, и помощь, и радость вы почувствуете очень быстро. Отец Максим, тем более, что вы являетесь настоятелем церкви святого Николая Чудотворца. Эта церковь находится при въезде в город Николаев, в Варваровке. Такая красивая, такая небольшая, но такая радостная церковь встречает всех, кто въезжает в город Николаев. Это очень промыслительно, потому что и город наш назван в честь святого Николая Чудотворца. И храним уже сколько времени, слава Богу, от бед и бурь именно святым Николаем Чудотворцем. И вы настоятельствуете в церкви святого Николая Чудотворца. Хочется сказать о том, что в нашей епархии Николаевской, Очаковской, вообще-то 20 храмов, посвященных в честь этого великого святого. Да, и мне Господь дал такую честь, милосердие свое, служить этому святому в его храме, который встречает всех въезжавших в город и провожает всех въезжавших с нашего города. И очень важно еще хочется сказать о том, что для каждого из нас, жителя Николаева, это является в завтрашний день великим праздником, потому что мы живем под его покровительством. Каждый, кто к нему обращается с молитвой, ощущает эту помощь, это покровительство. И для нас, николаевцев, ведь не зря мы названы николаевцы, не просто потому, что мы живем в городе Николаеве, а потому что мы живем под молитвенным покровом этого великого чудотворца. И всякий раз можем к нему обращаться. И в нашем храме, слава Богу, вот уже 3 года служится богослужение. Каждое воскресенье в праздничные дни. 2 раза в год мы празднуем этот праздник. 22 мая, 19 декабря всех приглашаем на престольный наш праздник. Кто имеет возможность и желание приехать в Варваровку, пожалуйста, милости просим посетить наш храм, помолиться, прославить этого великого чудотворца. Храм наш маленький, но... Слава Богу, вместительный, и всех ждет. И... А знаете, отец Максим, интересная получается вещь. Допустим, маленькая церквушечка даже, народу очень много, но сколько бы ни пришло народу, тем не менее, храм всегда вместит тех, кто хочет туда войти. Это очень удивительно. Ну, кто бывал в церкви, тот знает на большие праздники, что, казалось бы, войти невозможно. Но если хочется, войдешь, помолишься, поставишь свечечку. Почему так? Вот удивите, диво дивное. Ну, потому что вот так. Самое главное, чтобы человек хотел войти в храм. Не просто войти, как вот принято. Пришел человек, поставил свечку и
улетел на свои дела. Дальше нет, нужно прийти в храм, помолиться, потому что в храме мы учимся молитве, в храме мы пребываем с Господом, потому что там Господь пребывает. То есть, всякий раз, когда мы входим в храм, мы должны, то есть, принести какую-то для себя пользу. Выходя из храма, то есть мы должны приобрести что-то. Не просто забежать, убежать, там что-то записки подать, что-то там спросить, нет, пребывать в храме и не просто на богослужение, а всегда быть в церкви. А то, что в церкви всегда происходят чудеса, вот такое чудо. Мы знаем даже, когда причастие идет, сколько бы ни было причастников, все равно на всех хватит причастия. То есть вот тут в церкви происходят чудеса. Дай Бог, чтобы мы были причастны этим чудесам и хотели их видеть. Но поэтому так вот. Ну вот в начале нашей беседы вы сказали, что 19 декабря, день святого Николая Чудотворца Зимнего, это день преставления святого. То есть в православной церкви как-то немножечко все не так, как, ну, если грубо сказать, не так, как у людей. То есть на земле празднуется день рождения, в церкви больше почитается день преставления человека от земной жизни к жизни небесной. Получается, что церковь уже здесь, при нашей земной жизни, она, тем не менее, стоит немножечко над миром и над этой жизнью. Вот чуть-чуть над. Ну да, потому что все земное – это временное. Все, что мы имеем на земле вещественное, оно временное. Оно рано или поздно исчезнет. Но единственное, не исчезает личность человека. То есть мы состоим, знаем, что из души и тела. Тело мы погребаем, а душа идет к Богу. Душа, она вечна, она бессмертна. И поэтому для христианина, конечно же, самый главный день – это день его, и самый важный день – день его преставления. Потому что, как апостол Павел говорит, и дай Бог, чтобы нам так всем жить, как апостол Павел, чтобы сказать, что для меня смерть – это приобретение. То есть для меня смерть – это я приобретаю Христа через смерть. Конечно, для многих людей, неверующих, это непонятно, это страшно. Ну и для верующих тоже это, конечно, не совсем понятно. Ну, для людей, которые преданы Господу, служат Ему, которые любят Его, и, конечно же, совесть у них чиста, то для них это важный день и светлый день. Почему даже когда, ну уже отойдем от темы немножко, когда погребение, совершается погребение в белых облачениях, священника там, допустим, хоронят в белых облачениях, то есть в радостных, светлых, что это только начинается жизнь твоя в дальнейшем. Поэтому вот и церковь и установила почитание святого именно в день его представления. Любого святого взять день памяти, если у него один раз в году выпадает, то это день его смерти. Смерти телесной, но день начала жизни будущей вечной. Но если небесная жизнь, она только начинается, то здесь земная жизнь, она еще пока, слава Богу, продолжается, отец Максим. И вы приглашаете всех побывать завтра на праздничной литургии, посвященной памяти этого замечательного святого Николая Чудотворца. Отец Максим, могут люди и вполне правомерно ссылаться на занятость, на усталость, на то, что конец года и нужно наделать массу дел. Но всех дел, как известно, не переделаешь. Ну, смотрите, ну так оно и получается, что все на это и ссылаются. Допустим, в день почитания любого святого, то можно еще как-то так снисходительно. Но в воскресный день никаких не может быть причин. То есть каждое воскресенье христианин обязан ходить в церковь. Хочет он это или не хочет, но это его долг, потому что он христианин. И нужно заставлять себя проводить воскресный день в церкви, совершая добрые дела. Конечно же, если память совершается святого в будний день, если это действительно есть возможность, то обязательно нужно пойти почтить этого святого. Но если мы почитаем святого больше, чем почитаем Господа, потому что многие люди ходят на праздники великих святых, на Варвару полный храм, на святителя Николая полный храм, а воскресный день мало людей, вот поэтому это плохо. Нужно по возможности каждое воскресенье ходить и, конечно же, стараться в праздничные дни великих святых тоже посещать храм. Но завтра выходной день, так Господь управил, я думаю, что можно отложить на полдня какие-то свои срочные дела, но чтобы получить пользу от этих потом дел, мы должны
первую половину дня быть в церкви. Это, мне кажется, тут даже никаких не может быть причин. Все, вот если мы так поступим, тогда весь день пройдет благополучно. И мы должны в это верить, и я в этом уверен, потому что мы почитаем память. Это же не память. Весь день, правда, отец? Ну и весь год пройдет, или полгода до праздника там, летнего святителя Николая. Ну, но самое главное, хочу сказать, что почитать мы должны в первую очередь воскресный день. Это тут причин никаких не может. Единственная причина одна, когда тебя завозят в храм лежачего вертикально. А так, больной, не больной, тяжело, не тяжело, все идем в храм. Вот это будет правильно. Вот тогда наша жизнь будет благословляться Господом, потому что мы почитаем воскресный день. А когда мы только почитаем сам святых, где-то ходим, когда нам надо, тогда это плохо. Вот тогда надо исправиться. Почитание воскресного дня – это в память о воскресении Христа, потому что воскресение, оно и названо в честь великого события, которое перевернуло весь мир – воскресение. Да, воскресный день христиане празднуют, потому что Христос воскрес в этот день. И этот день назван этим славным воскресением. И мы верим в воскресение, и каждый из нас стремится к этому воскресению. Поэтому для нас это важный день. И Пасха, между прочим, еще хочется сказать о том, что празднуется не один раз в год на Пасху, а Пасха празднуется каждое воскресенье. То есть каждое воскресенье – это малая Пасха. Вот 50 с чем-то там воскресенье, 50 с чем-то Пасха. Поэтому вот пропустили одну Пасху, вот и плохо. Поэтому так. Воскресный день надо быть в храме. И завтра надо быть в храме, потому что завтра день святителя Николая. Да, видите, дорогие телезрители, как все серьезно. И нужно прислушаться, наверное, все-таки к советам священника, чтобы, ну, во всяком случае, чтобы не было хуже, а чтобы было хорошо, мне так кажется. Отец Максим, но мы знаем, что святой Николай Чудотворец, если вернуться к этому славному святому, память которого мы будем отмечать завтра, он был и остается не только милосердным, он еще является для нас примером мужества. Да, мы знаем, как он был... Потому что сегодня люди всего боятся, боятся остаться без денег, боятся остаться без чего-то. Ну вот... Пример мужества, святой Николай Чудотворец. Мы знаем, как он явил нам и пример мужества, и стал еще и защитником тех людей, которые обижаемы кем-то. Но самое главное, мужество он проявил в том, что он смог побороть в себе вот эту вот лень, вот это вот какую-то боязнь, страх, малодушие, и служить Господу добрыми делами, служить Господу даже просто хорошим, добрым отношением к своим родным, близким. Вот это тоже мужество. Заставить себя сделать что-то доброе, великое – это мужество. То есть для того, чтобы подвигнуть себя на доброе дело, нужно обладать определенным мужеством. Ну, конечно, это не значит, что мужество просто там защищать, ходить, что у меня больше прятать силы. Прятать мускулами, да? Да, у меня больше силы, потому что я вот так. Я крутой Нет, парень. А попробуй проявить мужество в том, чтобы, опять же, пойти в воскресенье в храм, заставить себя. Это тоже мужество? Ну, а почему бы нет? Как интересно. Ну. Это, поэтому вот ты себя, то есть самое главное, ты себя борешь, то есть ты побеждаешь самого себя, свою лень, свою вот эту вот такое малодушие, маловерие. Вот это самое главное, побороть себя. А потом уже там, конечно же, можно, если есть больше сил, чем у другого, можно кого-то защитить, если это полезно будет. Если это полезно проявить мужество. Да. Но святитель Николай заметили. Действительно много тоже из его жития случаев, когда он защищал тех людей, которые были с кем-то оскорблены. Вот как бы мы знаем изображение его иконы, где он стоит с мечом. Как бы тоже проявление вот защита, как бы вот такое мужество духовное над теми слабыми людьми. Поэтому вот... Отец Максим, ну знаете, человек сам с собой, в принципе, если он один на один, он не справится. Он все-таки должен прибегать к помощи святых небесных покровителей. И, конечно, святого Николая Чудотворца. Что значит прибегать к помощи? То есть, значит, ведь всякое почитание святого – это подражание ему. То есть мы должны что-то взять из жизни этого святого и употребить в своей жизни.
Вот это тогда будет вот прибегание к его помощи. И, конечно же, молитва ему. Каждый раз можно хоть каждый день обращаться, можно там, в определенный день обращаться к нему за помощью. Но опять же, помощь просить не для того, чтобы что-то иметь такое материальное, да? Или какое-то счастье. Нет. Святителю Отче Николу, укрепи мою веру, допустим. Помоги мне побороть в себе какие-то страсти, какие-то там вот, поступки греховные. Вот это прибегание к святому. То есть мы приходим к нему с верой, что он нас слышит, и Господь через молитву святителя Николая посылает нам то нужное и полезное для спасения души. Как часто мы просим: «Святой Николай, помоги управить дела, помоги, дай здоровье, помоли, чтобы Господь послал здоровье». Но как мало, наверное, телезрители, каждый из нас просит, чтобы Святой Николай поборол наше внутреннее такое противодействие добру и хорошим поступкам. Правда? Научил нас вере, крепкой вере, не просто вере, которая там, а вот вере крепкой. Веры крепкой пошли нам, Господи. Отец Максим, спасибо вам большое. Эфир пробежал очень быстро, но есть еще время поздравить всех-всех-всех с этим замечательным праздником, который мы будем отмечать завтра, День Святого Николая Чудотворца. Дорогие жители нашего славного города Николаева, дорогие братья и сестры, с наступающим праздником великого чудотворца, всеми нами любимого Николая, святителя, который жил в III веке, который и сегодня живет и в нашей памяти, в наших сердцах, которому посвящаются храмы. И хочется сказать о том, что мы действительно счастливые люди, потому что мы живем под покровителем, молитвенным покровом великого чудотворца Николая. Дай Бог, чтобы мы его любили и не только ждали от него каких-то подарков, а чтобы служили Богу через этого святого. С праздником всех поздравляю! Да, спасибо, отец Максим. Максим, мы тоже вас поздравляем с наступающим праздником. Дорогие телезрители, сегодня у нас в гостях был иерей Максим Меркулов, настоятель церкви Святого Николая Чудотворца, которая находится в Варваровке. Мы поздравляем вас всех с праздником Святого Николая Чудотворца. Если вам станет совсем уже плохо, вспомните такую коротенькую молитву: «Святой Николай, нам помогай». Це була розмова на тему. На все добре.